Декабрь 1958 года. Дворцовая церковь замка Майнау в Германии. Похороны великой княгини Марии Павловны Романовой, самой талантливой создательницы моды и среды русской эмиграции. Среди самых удивительных предприятий, которые когда бы то ни было в истории организовала русская эмиграция, следует отнести дом вышивок и вышитых платьев «Китмир», который принадлежал кузине императора Николая II, великой княгине Марии Павловны Романовой. Троицко-Сергиевское подворье на Крымской улице в Париже – безусловный ценный памятник эмигрантского зодчества. Построенный в середине 1920-х годов на месте, где раньше была расположена заброшенная протестантская часовня, эта церковь была украшена в стиле русского зодчества XVII века знаменитым русским художником-эмигрантом Стелецким. Он был автором росписи иконостаса и фресок по переднему фасаду этой замечательной церкви. Великая княгиня Мария Павловна Романова, кузина нашего последнего императора, вложила деньги в создание этого храма. Купила землю, на которой мы сейчас стоим, и руководила работами этого замечательного художника. Судьба великой княгини Марии Павловны Романовой одновременно замечательна, грустна и даже трагична. Одна из энергичных и талантливых женщин, принадлежавших к бывшей царской семье, великая княгиня Мария Павловна Романова всю жизнь жила своим собственным трудом. Родившись в очень роскошной обстановке придворных кругов, она была внучкой императора Александра II и дочерью младшего брата императора Александра III, великого князя Павла Александровича Романова, расстрелянного большевиками. Ее первый брак с шведским кронпринцем Вильгельмом, заключенный в 1906 году, был неудачен. Это был брак по расчету. Ни он, ни она особенно не симпатизировали друг другу, и Мария Павловна хотела видеть совсем другое. Она училась рисованию, ей нравилось путешествовать, она часто ездила на Капри, в Париж, даже в Сиам. Ей очень хотелось получше узнать мир, который окружает ее. От первого брака с шведским кронпринцем Вильгельмом родился теперешний граф Леннард, который до сих пор живет в замке Майнау в Германии и которому недавно исполнилось 90 лет. Мария Павловна Романова была женщина неукротимой энергии и очень большого творческого потенциала. Когда началась Первая мировая война, она, ведомая патриотическим порывом, отправилась в Псков, где была сестрою милосердия в госпитале. А потом судьба забросила ее в Молдавию, откуда из Кишинева она эвакуировалась в Бухарест, где при дворе короля Румынии жила ее близкая родственница, королева. Мария Павловна Романова вышла замуж вторым браком за князя Путятина. Этот брак считался в доме Романовых мезальянсов. Какой-то маленький русский князь с великой княгиней Романовой. Безусловно, долгие годы родной брат Марии Павловны Романовой, красавец Дмитрий Павлович, одно время близкий друг Шанель, всегда вспоминал ей об этом неудачном, на его взгляд, браке и мезальянсе. Очутившись при румынском королевском дворе,
Марья Павловна впервые поняла, что значит быть на положении беженки. В ее скромном багаже было всего несколько старых и перешитых платьев, которые она сохраняла за годы своего передвижения. На руках ее свекрови в Кишиневе остался ее сын, грудной младенец. Единственным воспоминанием о ее царском происхождении были монограммы с двуглавыми орлами и коронами, которые были вышиты на батистовых платках. Уже тогда Марья Павловна поняла, что работа может быть единственным спасением в ее беженской жизни. Вот именно тогда, в Румынии, Марья Павловна решила заняться полезным делом. Полезное дело в ее понимании была благотворительность в помощь русским беженцам и эмигрантам, результатом которых было, конечно же, создание этой замечательной церкви Троица Сергиевского подворья на Крымской улице в Париже, и также открытие ее крупнейшего модного мероприятия – дома вышивки «Китмир». «Китмир» было замечательным мероприятием с точки зрения организации. На работу туда брались исключительно русские женщины. И было это сделано великой княгиней только из патриотических побуждений. До этого в ее жизни были годы скитания в Лондоне. Жизнь в Лондоне была для нее сложна. Прекрасные, первоклассные драгоценности дома Романовых, которые у нее остались от ее матери, были постепенно проданы за понюшку табаку. Но в это время ювелиры были чрезвычайно жестоки к русским эмигрантам. Например, если Марья Павловна приходила в ювелирный магазин, то всегда ювелиры говорили ей одно и то же. «Ваша диадема слишком крупна или слишком мелка. Ваши рубины – овальные кабошоны, а не граненые. А ваши сапфиры – граненые, а вовсе не овальные кабошоны, которые требуются на рынке». Никогда Марья Павловна не смогла принести в антикварный магазин именно то, что якобы, в кавычках, требовалось тогда клиенту. Европейские ювелиры самым зверским методом сбивали цены на фамильные украшения русских эмигрантов. Хотя Лазурный берег и был меккой для русских аристократов, Марья Павловна все же выбрала для себя Париж, куда она переехала после Лондона, где она вязала и вышивала свои собственные первые сделанные ее руками свитера. В это время в Париж приехала Ольга Валерьяновна Пистелькорс, Полей по мужу, так как вышла замуж за великого князя Павла Александровича, расстрелянного большевиками. Вместе с ней были и две дочки Ольги Валерьяновны. Маленькие очаровательные Ирина и Наталья Полей. В судьбе этих молодых княжон случилось очень многое. Ирина вышла замуж первым браком за истинного Романова, Федора Романова. А Наталья выбрала себе совсем другую судьбу. Выйдя замуж за французского кутюрье Люсьена Лелонга, Натали Полей стала постепенно одним из самых гламурных и очаровательных образов французской высокой моды. Именно в эту семью стремилась Марья Павловна. Кроме этого, там же в Париже, в Биарице, часто бывал ее брат, великий князь Дмитрий Павлович Романов, у которого в те годы завязались очень тесные, интимные связи со знаменитой мастерицей французской моды Габриэль Шанель. История дома Китмир началась в один прекрасный день в доме Шанель, куда Мария Павловна отправилась, став достаточно близкой подругой великой создательницы французской моды. И вот
Именно там Шанель принимала как-то вышивальщицу из другого, небольшого конкурирующего дома, который предложила ей слишком высокую цену за вышитые шерстью свитера. Марья Павловна согласилась сделать ценой пониже, взяла заказ и оказалась на коне. Сначала в одиночку, потом, пригласив двух других вышивальщиц, она постепенно расширяла свое ателье, перенеся его с улицы Франциска I на улицу Святого Августина в дом 5, а затем на улицу Монтень. Когда ее дело разрослось, она назвала его Китмир по имени мифологического персидского пса. Марья Павловна смогла затем снабжать этими вышивками весь модный Париж. Рассматривая эти вышивки, нельзя не удивляться таланту и достоинству их создательниц. Легкие и прозрачные шелка, вышитые шерстью, муары, вышитые синелью, вещи, вышитые металлической нитью, шелковой нитью, сочетание бисера, блесток, стекляруса, делает эти вышивки, безусловно, уникальным произведением декоративно-прикладного искусства. Сегодня мы с вами в доме Урель, который получил в наследство после банкротства Китмира все образцы вышивок, с которыми раньше работала Марья Павловна, которые выбирали клиенты от Шанель, Пату до более маленьких домов, как во Франции, так и в США. Марья Павловна Романова была также историком в своей душе. Она посвятила очень много времени изучению вышивок других стран и народов. Ей нравилось русское монастырское шитье. Но кроме этого, она очень любила византийскую древнюю вышивку. Часто мотивами ее работ являются византийские птицы, птицы-сирены, орлы, животные. Очень много взято также из вышивки эпохи Ренессанса. И особенно важным для нас является то уникальное природное чутье Марьи Павловны, в котором она могла связать материалы, казалось бы, невозможные в высокой моде. Например, плотное сукно, как вы видите здесь, в сочетании с прозрачным шелком, тяжелые пайетки или серебряную нить в сочетании с очень тонкими кружевными или шелковыми прошивками. Самой важной специальностью дома Китмир, которую вы увидите сегодня здесь, был редкий старинный китайский шов, который называется швом Корнели. При подборе персонала в своем доме Марья Павловна задавала всегда один и тот же вопрос. А вы швом Корнели шить умеете? И если дамы из русского общества соглашались делать эту уникальную трудоемкую вышивку, тогда она их брала на работу. Около 50 женщин одновременно работало в просторных ателье дома Китмир. Сегодня у нас с вами уникальная возможность не только увидеть и прочувствовать эти образцы, но также посмотреть на их подкладку. Если мы снимаем подкладку почти любого изделия дома Китмир, она настолько же замечательна, как и ее лицо. Дом Китмир обладал безусловным артистическим даром. Марья Павловна, борясь за своих клиентов, была вынуждена постоянно менять рисунки для вышивок.
То она работала в более современном геометрическом стиле ар-деко, что вы можете увидеть здесь, используя яркие цветовые сочетания. То она брала очень плавные переходы от блекло-зеленого к более ярким. Дом Урель, которому сегодня принадлежат эти вышивки и вся коллекция, использует мастерство Марии Павловны Романовой и сегодня, в 2000 году. Например, для показа образцов в доме Шанель у Карла Лагерфельда те же самые образцы, которые использованы были Шанель в 20-х годах, используются заново, и подобные же вышивки создаются повторно. Особенной редкой специализацией Китмира было также бисерное шитье. Как известно, Россия 19 века была страною, где бисерное шитье было в особенном почете. Бисером в это время низалось и расшивалось практически все. От сумок, кошельков до чебуков, подтяжек, подвязок, коробок, столов и даже диванных обивок. Безусловно, большинство русских женщин, оказавшись на чужбине в тяжелой финансовой ситуации, умели вышивать. Умели вышивать, потому что они видели такие вышивки у себя в усадьбах, у себя в коллекциях, дома, в столице, и использовали подобное редкое шитье в работе у Китмира. Обратите внимание на различность специализаций, которые были принципиальны в то время. Например, вещи, созданные для вечерних туалетов, отличают зеркальная способность отражать свет, электрический свет, такого рода бисеринами, пайетками или даже металлическими блестками овальных форм в форме челночка. Освещение электрическое было в необычайной моде в 20-е годы, оно только появилось в 10-е. И поэтому все блестящие поверхности особенно часто использовались в это время. Обратите внимание также на прозрачные сетки из бисера, вышитые на тюле, которые были специализацией дома Китмир для вечерних также туалетов. Вещи в Китмире не только вышивались, но и часто вязались бисером. Вот посмотрите на эту редчайшую сетку, где вся поверхность вышита также бисером. Мне особенно повезло обнаружить в Париже серию из 4 платьев, сделанных в ателье великой княгини Марии Павловны Романовой «Китмир». То, что вы видите сейчас на экране, было сшито около 1926 года из дымчато-серого крэп-жоржета и вышитого бисером и стеклярусом. Переливы стального и прозрачного зеркального бисера создают в этом платье очень важный блестящий и озаряющий вечера эффект. Особенно интересно треугольное декольте и прямая линия, типичная для этого периода. Обратите внимание на достаточно расклешенную линию юбки. Одна из вышивальщиц Китмира получила эти платья в подарок в тот момент, когда дом закрывался. И впоследствии, в начале 80-х годов, они были переданы в мою коллекцию. Очень важно в моделях Китмир является также и то, что натуральный шелк отличается необыкновенной хрупкостью. Он, безусловно, рассыпается почти на глазах. Вот почему никогда нельзя давать никому носить антикварные платья ни на показы, ни в театры, ни в кино, если мы хотим сохранить их для истории и передать следующему поколению наших потомков. В моей коллекции старинных костюмов находится также платье середины 20-х годов русской работы из изумрудно-зеленого креп-дышина, вышитое молочным опалиновым стеклярусом и бисером. Подобного рода ручные работы были очень популярны в 20-е годы. Как правило, прозрачные и легкие ткани утяжелялись довольно тяжелыми молочными бисеринами, отчего создавался падающий эффект.
При Чарльстоне подобного рода ткани двигались особенно быстро и создавали эффект неповторимого, яркого и красочного движения. Почти всегда подобные модели вышивались также стразами или имитацией бриллиантов для того, чтобы роскошь и их внешний эффект был чрезвычайно заметен в темноте. Среди вышивок, которые возникли в то время, были не только вышивки по ткани, но и аппликации. Обратите внимание на аппликации сутажом, которые сделаны на шерстяной саржевой поверхности и украшены металлическими сферической формы пайетками. В замке сына Марьи Павловны, Майнау, в Германии, мне удалось увидеть библиотеку Марьи Павловны, в которой мы можем воочию убедиться и посмотреть те издания, с которыми она больше всего работала. Кроме русской национальной вышивки, которую великая княгиня очень ценила и любила, она пользовалась также вышивками из Болгарии, из Румынии, византийскими вышивками, коптскими и китайскими. То есть ее интернациональный характер был виден в самой работе. Часто образцы вышивки Китмир имеют форму самого изделия, куда они предназначались. Вот, например, вышивка для кармана женского платья, или вышивка для рукава, который мы уже увидели, или, например, фрагмент вышивки для женской блузки в стиле рубашки. Обратите также внимание на работу в сочетании одного и того же тона, но двух различных поверхностей. Черный креп-дешин подбит здесь черным креп-сатеном, и их шов полностью вышит бисерной вышивкой в византийском стиле. Очень важны были также элементы из смальты, прямоугольной или квадратной формы, довольно плоские бусины смальты, пришиты здесь в виде мозаики. Как не вспомнить здесь мозаики Константинопольской Святой Софии. Даже бархат служил поводом для вышивки довольно плотным шнуром, то, что вы можете увидеть. И всегда сочетание тонов говорят только об очень высоком вкусе и умении владелицы. В 1925 году дом Китмир решил предоставить свою работу на международной выставке декоративных искусств в Париже. Сначала дом Китмир участвовать в выставке не собирался, но как только Марья Павловна узнала, что на ней будет павильон из Советской России, представляющий искусство русских, великой княгине вскипела кровь Романовых. Вот что она вспоминала. «Я узнала, что советские русские будут иметь отдельный павильон на выставке, и приняла решение, что мы тоже должны показать нашу работу широкой публике. Было бы особенно справедливо, чтобы все знали, на что мы, беженки, в большинстве случаев никогда ранее не работавшие, из которых в большой степени и было составлено мое ателье, способны в нашем изгнании». В специальном павильоне, посвященном моде, была устроена витрина дома Китмир. Так как само слово «Китмир», которое происходит от названия персидского пса древней легенды современного Ирана, никто не знал, кто стоит реально за таким названием. И вот когда золотая медаль выставки 25-го года была вручена Китмиру, то в дипломе было написано «Господину Китмира от организации выставок». Марья Павловна не всегда кичилась своим царским происхождением.
Она иногда даже боялась того, что ее клиенты будут скорее заинтересованы встретиться с настоящей княгиней царской крови, нежели со скромным работником такого нужного в высокой моде ремесла, как вышивка. Во время выставки 25 года многие русские творцы были отмечены. Безусловно, среди них была и Маревна, которая была завсегдатаем русского Монпарнаса. В советском павильоне в 25 году на выставке участвовала также и Надежда Петровна Ламанова. И ее работа была также отмечена гран-при этой выставки. И если творчество Ламановой было всегда расписано и высоко поднято во всех советских учебниках о моде или книгах об истории костюма, то о творчестве великой княгини Марьи Павловны по известной причине всегда умалчивали. Почему же после нескольких лет такого замечательного успеха дом и ателье Марьи Павловны Китмир обанкротился? Причинами к этому были две вещи. Первое – это была внутренняя, как пишет Марья Павловна, русская безалаберность хозяйки. Она покупала приклад слишком дорогой и ставила цены слишком заниженные, и соотношение вещей, которые она предлагала своим покупателям, не всегда соответствовало той оплате, которую она должна была заплатить работницам за их творчество. Другой же, более роковой причиной упадка дома Китмир в конце 20-х годов была очень непростая вещь. В конце 20-х годов вышивка вышла из моды как таковая. Если в начале 20-х годов, после окончания Первой мировой войны, когда количество ценных тканей было ограничено, и вышивка заполняла этот пробел и создавала вещи очень декоративные, очень богатые, очень напыщенные, то в конце 20-х годов мода ар-деко привела в магазины более строгий стиль, более суровые линии. И все излишние декорации, свойственные 20-м годам, стали казаться старомодными. Дом Китмир пришлось продать. Старинная фирма «Юрель», в стенах которой мы сейчас находимся, купила весь фонд Китмира. Некоторое время изделия под грифом Китмира еще продавались и экспортировались в Америку, а Марье Павловне пришлось взять с собой пишущую машинку, гитару и $300, все, что осталось от ее семейного состояния, и отправиться в Америку, где она прожила довольно долгую, интересную жизнь. В Америке Марья Павловна также занималась модами. Она была покупательницей для большого дома в Нью-Йорке. И затем она поняла, что работы в этой области для нее недостаточно, и, как всегда, решила начать жизнь сначала. Забыв о моде, Марья Павловна стала фотографом. Она объездила полмира, фотографируя самые экзотические его уголки для больших фотожурналов. Она побывала в Индии, в Азии, фотографировала Германию, фотографировала Францию. А когда началась Вторая мировая война, и в Нью-Йорке ей стало неуютно. Единственной помощью и опорой в Нью-Йорке в те годы была для нее ее сводная сестра, красавица Натали Полей, бывшая супруга Люсьена Лелонга. Но и с ней ее отношения не сложились слишком близко. Марья Павловна решает эмигрировать из Америки в Аргентину. Приехав в Буэнос-Айрес, она начинает заниматься совсем другим. Она становится шефом
русских бойскаутов Буэнос-Айреса. Она пишет книгу кулинарных рецептов, рассказывает о своих впечатлениях по России. Ее воспоминания печатались в аргентинской прессе. Единственным денежным подспорьем в те годы были для нее гонорары, которые она получила от издания ее двух книг, ставших бестселлерами. Именно эти два тома воспоминаний великой княгини были для меня главным источником информации об ее жизни. После войны она вновь встретилась со своим сыном, графом Ленартом, стала навещать его частенько в замке Майнау, где она и тихо скончалась и похоронена сегодня в домовой церкви этого удивительного острова на озере, которое стоит прямо на границе между Швейцарией, Австрией и Германией. Такова удивительная, грустная, веселая и очень цветастая жизнь великой княгини Марии Павловны Романовой. Хотя ее заведение «Китмир» и было продано, так как она разорилась с этим предприятием, память о нем жива по сегодняшний день. Многие французские кутюрье и большие дома моды консультируют вышивки «Китмир», которые сейчас хранятся во французском доме вышивки «Юрель». Повторяют или полностью рисунки, нарисованные Марьей Павловной, или хотя бы фрагменты и части их. Мой следующий рассказ будет о русских домах моды, о профессиональных домах моды, которые создали во Франции замечательные русские женщины. Иногда титулованные аристократки, а иногда просто одаренные художницы. Они отдали частицу своего вкуса и таланта этой благородной профессии.